ограниченная эффективность, если подвести коротко черту, это меняется соотношение спроса и предложения. Клиент, выходя к вам, клиент, когда выходит на рынок, он считает, что риэлторов тысячи, он один, что он сейчас будет тыкать пальцем и избивать цены, он будет видеть, ну, он считает, что он на коне. Когда он к вам приходит и видит, что к вам стоит очередь клиентов, он понимает, что, ну, он, да, вы показываете свою востребованность, правильное слово, и показываете, что вы специалист, профессионал. К любому профессионалу стоит очередь из клиентов. Ну, это нормально. Также концентрация ресурсов. Это мы говорим про дни открытых дверей, автобусные туры, семинары, вот где вы собираете клиентов, но это больше для руководителей. Пробиться очень сложно, для клиента сложно достучаться. Рекламы везде много. И если вы даете рекламу равномерно, она, знаете, как размазывается вот тонким-тонким слоем варенья вот по хлебу, и получается вот каждый кусочек не сильно сладкий. Когда вы концентрируете ресурсы и собираете всех людей в одном месте, вы наносите мощный удар, реклама ваша видна, и это пробивает защитные барьеры клиентов, они приходят на встречу, и дальше уже на встрече происходит заключение сделок, договоров и так далее. Ну и следующая — это ковровая бомбардировка, если можно так сказать, это воздействие на всех группы клиентов, которые находятся на разных стадиях принятия решения, и они, информация подается им по разным каналам.